Вы бы все сделали для того, чтобы удовлетворить своего мужчину, как в постели, так и просто ментальную потребность? Если это нам понравится обоим, почему нет? По вашему мнению, смогли бы вы сделать все для того, чтобы удовлетворить своего мужчину? Может быть, в постели, может быть, просто ментальные потребности? Ну, я думаю, да. Ну, я не знаю, и, наверное, лучше бы я просто спросила, что ему нравится, и постаралась бы воплотить это в жизнь. Ну, и думаю, если мужчина этого захочет, то, пожалуйста. На уровне ментальной потребности. Ну, в постели. Я думаю, это все зависит от того, насколько тебя вдохновляет мужчина. Я думаю, можно сделать даже очень многое. Наверное, ничего. Должно быть так. Ничего. Нет, но многое. Нет. Ну, не знаю, там, может быть и что-то в постели, может что-то и покушать. Там же уже смотря как чего они любят. Есть покушать, есть то, есть все. Но если у меня к мужчине есть чувства, то, конечно, бы сделала все от себя зависящее. Не все, но многое. Ну, это же обоюдный процесс. То есть, если он делает все, чтобы удовлетворить меня, почему бы я не могу это сделать, правильно? Ну, да. Ну, есть определенные границы, которые бы я не перешагнула. Ну, это те, которые, то, что, может быть, идет в соответствии с моралью.